замечательное жюри. Итак, Сергей Рубашкин. Юлия Буханкова. Никита Дорофеев. Нижний Новгород. Марат Фабрдинов. Это Красавчик. Значит, сейчас мы услышим победителя первого тура фестиваля «Обнинская нота», и жюри будет определять итоги второго тура. Итак, начнем мы с номинации «Поэты». Первый я приглашаю на сцену Алину Студенову. Город Обнинск. Ритмы, крики, стаканы с чаем, сколы, грани. С нас требуют, мы отвечаем. Карандаши и книги ношу всегда с собой. Дни на убой. Будни стеклянные, быстрые, острые. Все по стандарту, по форме, по ГОСТу. А на коленках священным писанием книжка Гребенщикова. Правда, чем не Евангелие? Следующий участник номинации «Поэты» – Владимир Чирков, город Москва. Добрый вечер всем. Стихотворение «Встреча», посвящение моему другу Виктору Лисову. Живем взаймы и не ведем потерям счет. Во сне ли было то, притихшая округа, мне вдруг поверят. Дойдя до поворота, я непременно, я опять увижу друга. Ты посмотри, воскликнет друг, какая встреча. И ночь в дорогу поспеши, чтоб стать вчерашним. А мы немного погрустим о чем-то вечном. И будем спорить до зари о чем-то зряшном. А между тем в один поток сольются реки, и ледники вдруг зацветут и вдруг растают. И что-то вечное, и что-то зряшное забудется навеки, и что-то вечное задуматься заставит. Все на круги своя, как водится, и снова судьба нас бережно ведет к местам знакомым. Сквозь дебри прошлого вначале было слово, и завершится все, как видно, этим словом. Это продолжается номинация «Поэты». Бердутин Михаил, «Мытищи». Готовится Иванова Ольга. Добрый день, дорогие друзья. Стихотворение называется «Щекочет вечер». Щекочет ветер ноздри дымоходов, мотает ветки за окном, дразня котов. Меняя снег на дождь, шалит погода, лёхвоглым саваном туман из вещих снов. Задерну шторы, и мой мир нирвана. Я погружаюсь, оставляя суету, сквозь окна, словно жулик из кармана. Ползет туман, крадет покоя красоту, лаская душит. Шепотом зловещим в одно мгновение летит комком вся жизнь. Цветной стеклянный шар из мелких трещин. Круги инферно в розе мира заплелись. Тревога скачет в лабиринте тела. Куда ни попадет, наткнется на тупик. Бежит от беспредела к беспределу. Безмолвное движение губ рождает крик. Хотя б на миг коснуться взглядом солнца, любую цену дам, бери все то, что есть. А будет мало золотых червонцев, насыплю столько, сколь в утробу может влезть. Душа — мираж, а тело — тлен, безумце, мне шепчет сладко на змеином языке. Но кто ты? Покажись! В ответ смеются. Ты — это я,
раскатом эхо долетело. Значит, завершает номинацию поэты Иванова Ольга, город Серпухов. Дальше готовится Анна Пылина. Здравствуйте. Я прочитаю немножко невеселое стихотворение. Живет ребенок в казенном доме, и словом «мама» совсем не знает. Душа застыла в полночной дреме, и эта дрема ее ломает. Но вдруг проснется и тихо плачет. Вопросы лезут, как монстры злые. Зачем же так все, а не иначе? И где вы, души мои родные? Живет ребенок, одет, накормлен, и волонтеры порой мелькают, и все как будто бы и по форме. Да грусть щемящая не покидает. Но где-то теплится внутри надежда, что день придет и скрипнет дверца, судьба откроет удачи вежды, и лучик солнца вольется в сердце. Ну а пока там живет ребенок, душа наивная еще не знает, что путь спасения прозрачно тонок, а лед отчаяния нарастает. Спасибо.